Ретромания с Андреем Разиным. Сегодня мне очень приятно сказать, что Миша Муромов опять на эстраде. Миша Муромов, а также продолжает гастроли, продолжает свою творческую деятельность и дарит свои песни нашим слушателям. Сегодня мы говорили с вами о творчестве великого музыканта Михаила Муромова. Это легенда советской эстрады. И мне очень приятно, что на частоте 101.2 Ретро-ФМ вы слушаете мои программы. Обязательно включайте 101.2. В воскресенье мы вас ждем на волнах Ретро-ФМ. Ваш Ретро-ФМ. Thank you.
We'll be right back.